впечатление об игре? You know, I think that our team right now. Я считаю, что мы все еще пытаемся найти правильное направление в старте лиги, но все-таки такой большой отрыв это не есть хорошо. Как вы готовились к игре? You know, with Euro Cup, it doesn't give us many days. На самом деле нам было тяжело, потому что мы, были долгие перелеты сюда в России и подготовка. Была тяжелой, и мне кажется, что есть еще над чем работать, но мы активно сейчас работаем над защитой.